Эксцентриссимо. Корейцам запретили есть собак на время Олимпиады. Хозяев ресторанов попросили временно пересмотреть меню. Местные жители не возражали. В Корее блюда из собак, как в России, пьющие водку на городских улицах медведи. Встретить суп из друга человека, конечно, там можно, но для этого нужно, как говорится, места знать. Стоит вроде бы недорого. Больше $20 за порцию при всем желании потратить не получится. Но и это практически невозможно. Если вы иностранец, никаких собак на столе, даже если вы близкий друг хозяина корпорации Samsung Ли Гон Хи. А вы, наверное, он и есть, если оказались в Южной Корее на Олимпиаде, не будучи спортсменом. Добраться до Пхёнчхана, пожить там, купить диковинных снеков на сувениры, вернуться домой и не разориться – задача непростая. Кофе – 200 рублей, суп – 500, рис с овощами – столько же. А если вы собрались еще и на соревнования посмотреть, то вы точно близки к попаданию список Forbes. Судя по ценам на билеты, сейчас спорт для олигархов – это шорт-трек и фигурное катание. Вход – 30 тысяч рублей. Даже на церемонию закрытия Олимпиады попасть дешевле – 19 тысяч. Самые доступные соревнования для тех, кто, как мы, привык мерзнуть в сугробах. Лыжные гонки за 1700. Эксцентриссимо.